это гон какой-то. Что еще год мне тут тусоваться на как минимум. Не знаю точно, видишь, нету никаких сроков. Тоже это б***ство уже заебало, все уже на грани срыва. Ну как нету сроков-то, ё-мо. У срочников, блин, ставятся сроки, у контрактников ставятся сроки. Ну, блин, как можно человека бросить без каких-то определенных сроков вообще? Плюс еще ходят всякие полканы, которые живут, ё-мо, в трехэтажных коттеджах, блядь, в городе, нахуй. Ты в земле тут закопанный, ё-мо, лежишь, спишь на земле, ё-мо, ешь с землей, блядь, пьешь с лужи, нахуй. Ходят, что на деньги собираетесь? Че, блядь, все, вон, в Новый год, нахуй, у крыши у всех и поехала, ё-мо. Потому что всех опрокинули. Все надеялись, что вот и месяца, что Новый год домой, потому что и другие полканы приезжали, да вот даже недавно в Кремниево, Кремниево или как там, Кременную, приезжал какой-то там тоже какой-то этот генерал, всех мобилизованных убрали, город оцепили, мобилизованных вообще не пускали нахуй. До этого приезжали полканы тоже. Ни одного мобилизованного, чтоб здесь не было до Нового года, нахуй. Вот люди как бы все надеялись, а в итоге... Я записанный 10-м человеком, то есть через 3 месяца пойдет первый человек на месяц. Ну как на месяц? 15 дней плюс 5 дорога, 20 дней. Ну и считай... Я 10-й иду. Больше года проторчу, я пойду на 15 дней, что ли?